Запомним это название. За ним будущее. Hey, Bio! За ним ведущие тренды. Экология нашего жилища, экология в глобальном масштабе. За свою оценку новинки даст наш следующий спикер. Один из самых влиятельных экспертов в сфере экологии России Роман Саблин и... Роман – основатель компании «Зеленый драйвер», специалист по экологическому просвещению, ведущий консультант по экологизации бизнеса в России и СНГ. Мало того, Роман – автор первого в России учебника по экологической жизни. Спасибо, Рома, что вы с нами! Здравствуйте, Роман. Очень приятно встретить вас здесь, на этой сцене. Поздравляем вас с юбилеем. Спасибо. Доброго дня. Здравствуйте. Рад приветствовать всех собравшихся. Да, я экотренер, экоконсультант, основатель компании «Зеленый драйвер». И уже 12 лет я занимаюсь тем, что эко-просвещаю людей по всей стране и в СНГ, и экологизирую бизнес. И осознанное потребление, выбор экологичных товаров – это, безусловно, базовая эко-привычка, которую я в своей жизни и в жизни своей семьи использую, и которую обучаю других людей. И, безусловно, меня радует, меня порадовало, что компания ArtLife, отвечая всем современным запросам и трендам, запустила новое направление, новинку Hey Bio, о чем вы сейчас видели замечательный ролик, рассказывающий. Это линейка экологичных средств по уходу за домом и вещами, соответствующая по-настоящему современным актуальным стандартам качества. Это 4 продукта, как вы уже успели увидеть. Средства для мытья посуды, овощей и фруктов, средства для стирки, кондиционер для стирки и универсальное моющее средство. Итак, что такое экосредство для дома? Сейчас об этом много на слуху, но еще раз пройдемся. Это, прежде всего, особая тщательная забота о себе и близких, забота о доме, о природе, безопасность, эффективность и, конечно же, удобство использования. И в данном случае средства Hey Bio – это решение вопроса об ежедневной заботе об экологии дома и здоровье близких с помощью чистой науки. Без науки никуда. Они безопасны, подходят для людей с самой чувствительной кожей, не имеют резких запахов. Замечали, наверное, да? Не всегда приятны бытовые средства. Так вот, Hey Bio не приведут к головной боли, при этом по всей эффективности они достаточно хороши. Но важный момент, что под безопасностью я и мы в экосообществе понимаем не только полную смываемость средства с рук и с тела, но и, конечно же, снижение нагрузки на окружающую среду. Не все люди, и, возможно, вы тоже, пока задумываются о том, что сливается в канализацию, что влияет на состояние домашних водоотводящих сетей, водных коммуникаций и водоемов в целом. Потому что круговорот воды в природе никто не отменял, и понимание полного жизненного цикла продукта приводит к новому пониманию безопасности. Ведь на самом деле, когда мы снижаем негативное воздействие на водоотводящие и очистные коммуникации, переставая использовать обычные моющие средства, то мы получаем прямое следствие – возвращение чистой воды к нам, любимым. Круговорот становится более чистым. Да, я вижу, вы киваете в зале, это прекрасно. Не все еще люди при этом осознают, что на качество водных ресурсов можно влиять положительным образом, причем лично каждому из нас, изменением своих обычных бытовых привычек. Ну и в данном случае вам все в карты в руки, это как раз с помощью Hey Bio. Итак, за чего, еще раз, это влияние происходит? Прежде всего за счет составов. Они разработаны с учетом всех последних тенденций, опять же, мировой науки, и это реально для эффективного, безопасного и комфортного использования. Это мощные формулы на растительной основе, современные натуральные компоненты, ваше передовое производство, это визитная карточка Hey Bio. И, близясь к завершению, скажу, что безопасность для человека и природы Hey Bio достигается также использованием нетоксичных биоингредиентов. В составах мы видим метафильтраты лактобактерий, ферменты, эфирные масла и моющие основы на основе омыленных масел кокоса. Они безопасны для чувствительной кожи, повторюсь, имеют минимальный риск аллергической реакции. Ну и, конечно же, нет парабенов, агрессивных химических компонентов, искусственных красителей, ароматизаторов, чего мы так уже не любим. То, что оседает мельчайшими частицами в воздухе, на поверхностях, на одежде, то, чем мы дышим и пользуемся.
Качественная ежедневная забота об экологии дома – это еще одна задача, которую решает Хэйбио. И, как говорится, средства Хэйбио безопасны даже для детей, аллергиков и даже для ваших домашних питомцев. Поэтому можно использовать. Ну и в конце, что еще экологичного – это, безусловно, формат выпуска. Это ультраконцентрат. Меньше воды, меньше пластика, меньше транспортный след при перевозке. Удобное использование, компактное хранение. Гиперконцентрированные формулы сокращают размеры упаковки и продукт делают удобным в использовании. И еще важный момент, что вам пригодится в общении с вашими клиентами, это потребитель не платит за лишнюю упаковку. Потому что вместо 1-2 капель, наоборот, 1-2 капли воды вместо 5. И это экономия времени и места для хранения. Можно брать с собой в поездки любимые средства. 0 агрессивных компонентов, меньше расход, меньше упаковки, меньше вес, больше эффективности, больше экологичности. То есть можно рекомендовать Хэйбио для использования, потому что вы заботитесь не только о себе, но и снижаете нагрузку на окружающую среду, за что вам большое спасибо.